Да, нас и передовую выдвинули, мы пиздец. Держим оборону. Кроме нас никто сказали, надо потерпеть, пока пойдет подкрепление. Подкрепление пока не готово. Мы в полуокружении почти. Так что смотри, связи может не быть. Ага. Сегодня, скорее всего, будет бой. Они уже подошли на километр от нас. Уже в ночью тут стрелковые бои, да. Отступать сказали нельзя. Все дороги почти перерезаны. Командование, короче, бросило, ждите подмоги, да? Ну, что бросило? Командование с нами, батальоном. Просто от батальона осталось. Ага. Сегодня ночью вообще не спали. Ну, вокруг дома сидели. Ужас.